Прямо. Езди застрять. Да я же. Скажите, обстановка какая там дальше у вас? Обстановка, Слава застрял. Мы пока Патриот разнулся. Ребята, сейчас посмотрим, как шестиколесный у вас 230 лошадей, по-моему, будет проходить это место. Коллеги, что скажете? Коллеги. Коллегиальное решение, что все, лебедка. А ему все равно, он сейчас сзаду сюда парня приедет. Хотел. Он даже мосты не пачкает здесь. Что скажете по этому всему поводу? Великолепно. Практически легкая прогулка, я считаю. Слабаки. Уже проехали, да? Я на свайке проехал. До свидания? Как свидание проходит? У меня в таких сапожках вы тут не пройдете. Да. Придется на руках носить. Ну что ж, завел уже в болото. Да. Здесь. Нет, бывает, знаешь, идешь, и оп, сразу по колено. Поэтому берегите даму. Кстати, я сейчас протащу психочку, вот и все. Протащи? Вам ты хочешь поехать?
ребята. Даже 47-е колеса умудрились здесь застрять. Не говоря уже там о шестиколесных УАЗах и других. Вот такое вот интересное болото. Передай, пусть они проедут, что они там устали. Я им, в принципе, говорил, что там мешать шестиколесным УАЗу. Я устал эти бутерброды тут сидеть жевать. Да я смотрю, тут уже вот чай уже достал, бутерброды, пока они там лебедятся все, да? Давай мясо! Давай мясо! Так, ладно, немножко посмотрели, как борются ребята на больших машинах. Там, где мы сейчас проехали, где мы там сейчас все размесили. Володя, даже Володя на 47-х тракторах с зацепом на колесе. 10 сантиметров у него зацеп. Даже он там застрял, пока выдергивал Андрея Медната. Ну, а мы, получается, сейчас едем по ихнему маршруту, где размесили для нас они колею и все лужи. У нас 32-е, 33-е колеса и 35-е. Думаю, будет интересно посмотреть, как прошли мы по ихнему маршруту, а они по части нашего маршрута, болота. Поехали. Заметил? Ну да. Прям даже мотор я услышал. Перерасход топлива. Очень неответственно подготовишься к оффроуду. Дэн, ну как ты приспешник? Научил его чуть-чуть как? Есть успехи? Не знаю, что-то нет, боится машина. Боится? Оксана на чирике. Так, первое препятствие. Чирик на 33-х МТ-шках сидит. УАЗик вдалеке. Чирик, кстати, с блокировками, по-моему. УАЗик, только одна задняя блокировка. У него 35-й, Гудрич, лысый. Мама, не балуйся. Лебедимся, едем дальше.
озеро. Мимо озера, да. Здесь вот перед озером, здесь парковка, маршрутка. Раз перестили, надо направо. Все, поехали, ребят.